привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю кекс быстро к чаю. Кекс у меня будет на сгущенке, и замешивать я его буду без весов и без миксера. В качестве мерного стаканчика мы будем использовать стандартную баночку от сгущенки. Для приготовления нам понадобится 3 яйца, стандартная баночка сгущенки, разрыхлитель, щепотка соли, ваниль, растительное масло и мука. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Все продукты должны быть комнатной температуры. Духовку можно сразу поставить разогреваться, потому что тесто замешивается очень быстро. В емкость выбиваю 3 яйца. К яйцам добавляю щепотку соли, 1 столовую ложку экстракта ванили. Вместо ванили можно добавить лимонный сок или цедру лимона. И 1 баночку сгущенки. Сгущенку берите хорошего качества. От этого тоже будет зависеть вкус вашего кекса. Хорошо перемешиваю венчиком. Миксер нам не понадобится для приготовления этого бисквита. Все замешивается очень легко и быстро. И пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Я стараюсь подбирать легкие рецепты, которые пригодятся в обиходе для всей семьи. И теперь буду отмерять муку. Муку я буду отмерять в баночке от сгущенки. Я ее сполоснула. Рецепт очень оригинальный. Сохраняйте. Не пожалеете. Я отмеряю муку. В мою баночку от сгущенки помещается 200 грамм муки. Ну, у меня стандартная баночка, поэтому в любую баночку поместится то же самое. И отправляю муку в ранее замешанную массу. Сюда же добавляю пакетик разрыхлителя. У меня 11 грамм, это 2 чайные ложечки. И отмеряю пол баночки растительного масла. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным или растопленным маргарином. Вот, посмотрите. Теперь все хорошо перемешиваем. И в самом конце добавляем растительное масло. И еще раз перемешиваем. Перемешиваем так, чтобы не оставалось никаких комочков. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Посмотрите, оно вот так стекает ленточкой с венчика. Подготавливаем формочку. Я буду использовать форму для кекса. Размер моей формы 28 на 10 сантиметров. Можете использовать любую формочку, конечно же. Я переложу в формочку пергаментной бумагой и смажу кусочком сливочного масла. И переливаю тесто в форму. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45-50 минут. Друзья, если кекс у вас немного подгорает, то сверху его можно прикрыть фольгой. Кекс у меня запекался в итоге 1 час. Запекается он быстро вот по бокам, а в серединке немного дольше. Поэтому я его переложила фольгой по бокам и оставила серединку свободной. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая, значит кекс готов. Друзья, кекс у меня немного остыл. Я провожу вот так немного по краям ножичком и достаю его из формы. Посмотрите, какой красивый, пышный и ароматный получился у нас кекс. И все замешивается буквально за 5 минут, плюс время на выпечку. Обязательно сохраняйте этот рецепт, это рецепт просто бомба. К чаю замечательно. При желании кекс можно присыпать сахарной пудрой и подаем его к чаю.
Наш кекс готов. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами.